Моторные инструменты под всемирно известным брендом «Штиль» востребованы как и среди жителей края, так и всей страны. Первые шаги в сотрудничестве уже сделаны. В сентябре компания открыла в Краснодаре свой первый логистический центр в России. Губернатор отметил, что краевые власти готовы оказать любую поддержку, чтобы руководство предприятия приняло решение открыть производство именно в нашем регионе. Я надеюсь, что продукция компании «Штиль» все будет больше и больше набирать популярность и в нашей стране, безусловно, и география реализации вашей продукции будет все время расширяться. Я даже в этом, наверное, не сомневаюсь. И вот тут второй участок логистического центра, который пока не освоен, однозначно будет освоен, и площадь вашего логистического центра явно увеличится. Я еще раз хочу подчеркнуть, что мы очень заинтересованы в том, чтобы компания «Штиль» открыла в крае свое производство и готовы сделать максимум для этого возможного. И для этого мы должны максимально, наверное, проработать те варианты, которые вас будут устраивать, в том числе и подобрать ту площадку, которая будет для вас комфортна и, естественно, повлияет на ваше решение о создании собственного производства продукции компании «Штиль» непосредственно в Краснодаре или Краснодарском крае. Если мы говорим о строительстве производственных площадок здесь, в России, то мы рады этому факту. Я надеюсь, наше будущее сотрудничество с Краснодарским краем будет успешным. Немецкая компания производит моторные пилы, газонокосилки и триммеры высокого качества, а также инструменты для ландшафтного дизайна. По мнению главы региона, они будут особенно востребованы среди потребителей Кубани. Протяженность береговой полосы практически около где-то 600 километров именно Краснодарского края, где расположены различные санатории, отели и гостиницы. Это только Черное море, а еще около 450 – это Азовское побережье. Почему я об этом говорю? Потому что на протяжении всего этого расстояния у нас находится около 6000 больших и малых гостиниц, отелей, санаториев со своей большой или маленькой территорией, которая, безусловно, чтобы она была красивой, нуждается в уходе. А это все те же газонокосилки и триммеры. И в том числе муниципальное образование, где парки, скверы, очень красивые проспекты, очень красивые архитектурные ландшафтные решения. Это тоже нуждается в очень красивом уходе и в очень качественной технике, которая создает эту ландшафтную красоту. И это уж точно в наших силах, чтобы вся эта армия потребителей приобретала ландшафтную технику компании «Штиль». Потому что «Штиль» может быть, я думаю, нашим местным производителем, российским производителем. Немецкая компания работает на территории Краснодарского края с 2014 года и за это время успела себя зарекомендовать как надежный инвестор. В свою очередь, наш регион привлекает иностранных партнеров благодаря стабильной экономике и благоприятным условиям для бизнеса. Инга Габешия, телекомпания ФКТ.